Отменно позавтракав в ресторанчике у проголодавшегося Арвина, я покидаю Монтроуз и направляюсь в городок Моап, расположенный в штате Юта. Выехав за пределы городка, дорога стала свободной, и пошли пейзажи с лугами и красивыми озерами. Не успев погрузиться в окружающие меня красоты, я заметил оранжевые дорожные знаки, которые означали, что засада где-то близко. Предчувствия меня не обманули, и вскоре я уперся в пробку, где я интересно и чрезвычайно увлекательно провел минут 40. Все это не особо радовало, так как радар показывал надвигающийся грозовой шторм. Наконец-то мы двинулись дальше. Вот и причина задержки. Человек отвоевывает у горы место для расширения дороги. Вновь пошли пейзажи, а впереди лежал перевал через горы Сан-Хуан, который является частью американских скалистых гор. Название Сан-Хуан осталось от испанских первопроходцев, которые первыми побывали здесь, но посчитали, что климат в этих местах слишком суровый для проживания и не задержались тут надолго, но оставили после себя много испанских названий. Дорога плавно набирает высоту и ведет меня в городок Юрей. Немного не доезжая до города, находится геотермальный источник, на которых построен водный парк с 5 бассейнами, где за $18 можно приятно провести день. А вот и Юрей, или как его еще называют, американская Швейцария. Интересно, что многие носители английского языка встают в тупик, пытаясь правильно произнести название этого города. Тут и Оуре, и Анурей, и другие производные. Но если верить старожилам этих мест, то правильное произношение – это именно Юрей. Юрей – это живописный маленький городок, который образовался в 19 веке во время золотой лихорадки в Колорадо. Город расположен на высоте 2400 метров и назван в честь вождя племени Ю. В этих местах веками проживали индейцы народа Ют. Они до сих пор так себя и называют – Ют People. Не племя, а именно народ, так и существует несколько племен, живших на обширных территориях, но и всех объединяет один язык. До открытия золотоносных месторождений индейцы более-менее мирно уживались с белыми переселенцами, торгуя с ними в основном пушниной. Но с открытием золотоносных месторождений сюда пришли совсем другие люди. И правительство Соединенных Штатов начало активно вытеснять коренных жителей с их земель. Зачастую не обходилось без кровопролития. Вот тут и проявил себя вождь горных Ют. Юрей на языке людей Ют – стрела. Был довольно образован для своего времени. Он знал языки Ют, апачи, испанский, английский, а также язык жестов. И вошел в историю как дипломат, который старался решить проблемы отношений между белыми переселенцами и племенами Ют мирным путем. Он неоднократно посещал Вашингтон, где встречался с президентами Линкольном, Грантом и Хейзом, заключая мирные договоры. Сейчас же городок живет туризмом. Летом это базовый лагерь для любителей пеших прогулок по горным тропам, а также экстремалов, желающих пощекотать нервы ездой на джипах и мотоциклах по узким каменистым дорожкам, проложенным золотоискателями 19 века, на отвесных склонах горных перевалов высотой свыше 4 километров. Ну а зимой сюда слетаются альпинисты тренироваться в восхождении по ледяным стенам. Сразу за городом начинается то, зачем я сюда ехал. Million Dollar Highway, или Highway Миллион Долларов. Существует много вариантов происхождения этого названия. Дорога эта изначально выглядела совершенно иначе, и говорят, что одна дама, проехав по ней,
Сказала, что не поехала бы по этой дороге еще раз, даже если бы ей заплатили $1 миллион. Даже сейчас, одетая в асфальт, эта дорога занесена в реестр самых опасных дорог США. Хайвей «Миллион долларов» — это участок живописнейшей дороги 550 между городками Юрей и Силвертон протяженностью 38 километров и проходящий через перевал Красная гора высотой 3357 метров над уровнем моря. Первая остановка. Bear Creek Falls. Водопад Медвежьего ручья. Пока я любовался водопадом, я пропустил вперед пикап, который тащил за собой внушительных размеров кемпер. И этот дом на колесах будет маячить впереди до самой вершины перевала. С одной стороны, раздражал скоростной режим, который он создавал, а с другой стороны, появилась возможность покрутить головой и посмотреть по сторонам. Я вначале упомянул, что эта дорога считается одной из самых опасных дорог США. Проезжая по ней в ясный день, кто-то скажет, и чего тут опасного? Ну да, узкая. Ну да, без отбойников. Делов-то. Но погода в горах Колорадо очень непредсказуема. Снег, сильнейшие ливни и шквальный ветер здесь обычное дело.
вот еще один пример. После сильных дождей часть дороги просто ушла в бездну. Я диву даюсь, как эти дорожные рабочие умудряются не свалиться в пропасть, управляя этими огромными экскаваторами на самом краю сыпучего обрыва. Обратите внимание на крышу тоннеля. Все это принесено лавинами. Такие сооружения устанавливают в местах традиционного схода лавин. А я тем временем приближаюсь к Эльдорадо Майн, прииск Эльдорадо. Разработка месторождений началась здесь в 1870 году, и последний прииск был закрыт аж в 1978. В Эльдорадо Холдинг входило множество шахт, и добывали здесь не только золото и серебро, а также цинк, медь, свинец. Первое, что бросается в глаза, это эстакада Treasury Tunnel. По этому туннелю доставляли руду из недр горы на обогатительную фабрику, которая не сохранилась до наших дней. И сейчас эта эстакада сиротливо упирается в небо. С высоты виден масштаб разработок. Разноцветные горы отвалов отработанной породы. К сожалению, в 19 да и в 20 веке мало заботились об охране окружающей среды. Для извлечения золота и серебра широко использовали ртуть, а позже цианид, и как результат, почва и подземные воды были заражены. Сейчас идет процесс возврата этих земель обратно в природу. Отвалы чистят, укрепляют, засеивают травой и высаживают деревья. То, что вы видели с высоты, это руины так называемых стемпниус, то есть обогатительных фабрик, где руду дробили и химически извлекали полезные металлы.
Основная же выработка руды происходила как раз у меня под колесами. В недрах этой горы находится сеть туннелей общей длиной 160 километров. Туннели располагаются на 29 уровнях и соединены между собой вертикальными шахтами. Красота этих мест завораживает. А вот и вершина. 3357 метров. Кемпер наконец-то нашел карман и великодушно пропустил всех нас. Слева и справа видны отвороты на грунтовке. Это знаменитые перевалы для любителей адреналина и суровой красоты скалистых гор. Вот джиперы справа готовятся штурмовать перевал «Черный медведь» высотой около 4 километров. We'll be right back.
ну и с ветерком под горку. Дорога свободная. То тут, то там на склонах виднеются застывшие во времени прииски. Подножие перевала меня ждет еще один живописный городок. Силвертон также обязан своим появлением золотой лихорадки в Колорадо. Первые старатели пришли сюда в 1860 году, но быстро были выдворены индейцами. Правительству Соединенных Штатов пришлось заключить очередное мирное соглашение, и в 1871 году старатели смогли вернуться. Сейчас Силвертон – это базовый лагерь для любителей активного отдыха на природе. Тут каждый найдет занятие по душе. Если нет своего джипа, тут можно взять в аренду или заказать тур с водителем. От Силвертона совсем недалеко находится Alpine Loop, или говоря по-русски, Альпийская петля. Это круговая горная дорога по перевалам, где можно полностью окунуться в историю и природу этих мест. Также можно прокатиться на настоящем паровозе тех еще времен. Поезд курсирует между городами Силвертон и Дюранго и проходит по живописнейшим местам. Заправившись, я выдвигаюсь в городок Моаб, штат Юта.
Впереди еще 320 километров. Но каких километров? 550-я здесь не заканчивается, а уходит на очередной перевал. Если вам представится прокатиться по этой дороге на мотоцикле, вы будете ехать с улыбкой от уха до уха.